Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить яблоки в пиве. Первым делом приготовим тесто. Для его приготовления нам понадобится одно яйцо, буквально столовая ложка масла, само пиво, я взяла светлое, примерно 75 мл, и, конечно же, мука, примерно 5 столовых ложек. Смешаем все до однородности, до консистенции густой сметаны, и пока оставим в сторону. Тем временем займемся самими яблоками. Порезать можно как угодно, хоть дольками, хоть квадратиком. Отдельно взобьем пару белков и аккуратно вмешаем их в тесто. Осталось только аккуратно смешать тесто с яблоками. Перекладываем форму и отправляем разогретую на 180 градусов духовку примерно на полчаса. Пирог получился очень необычный, но совершенно потрясающий. Он очень воздушный, румяный, очень нежный и пышный. Вкус пива совсем не навязчивый и очень легкий. Сладости от яблок вполне достаточно, но по желанию можно добавить немного сахара. Также яблоки можно порезать дольками, обвалять в тесте и обжарить в масле.